Победитель международного конкурса «Евровидение 2009» Александр Рыбак обычно сдержан в выборе одежды. Скрипач предпочитает однотонные вещи. Но недавно поклонники приятно удивились, увидев своего кумира в необычном наряде. На днях состоялись съемки клипа на песню «Люблю тебя, как раньше», где Рыбак предстал в клоунском облачении. Дети, находившиеся на съемочной площадке, были рады такому перевоплощению певца. Да и сам Рыбак остался доволен новым образом. Грустная песня о том, что я люблю тебя, как раньше. Муж и жена, у них детский праздник. И я прихожу как клоун. Завидный холостяк Рыбак до сих пор не встретил ту единственную, с которой мог бы узаконить свои отношения. Судя по такому большому количеству детишек в кадре, певец явно на что-то намекает. Ну и просто не, еще не думал об этом. Найду девушку сначала. Новый клип Александра Рыбака «Люблю тебя, как раньше» вы увидите уже этой весной на телеканале РУ-ТВ.